Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Ромзи, и добро пожаловать в Roblox! И сегодня мы вместе с вами поиграем в режим под названием Симулятор Мега Нуба. Вы не поверите, но вот это маленькое, худенькое чудо — это я, друзья! Моя задача в этом режиме — прокачиваться и стать самым огромным в мире нубом. Но для этого, ребят, мне нужна ваша помощь. Нужно за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Готовы? Раз, два... 3. Спасибо большое, а мы с вами начинаем. Итак, моя задача, как задача маленького тоненького нуба, сражаться с вот этими бейконами, ребята. Я должен их выносить. Я бью их по 10 урона, они еще и хилятся. Итак, я заработал одну монетку. Нифига себе! Огромный мега бейкон разозлился на меня за то, что я убил его маленького бейкона. Так, мне нужно покупать апгрейды, я понял. Мне нужно продавать, получается, вот этих бейконов, которых я побеждаю. И что-то еще. А, еще какой-то магазин. Ладненько, все, смотрите. Я немного подкачался, первого бейкона своего победил. Поехали, давай, получай, 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 получай. Я заработал одну монетку и заработал одну силу. Поехали, а где еще бейконы? Мне нужно больше бейконов. А вот, смотри, нифига себе, он уже подкачанный нубик, погоди, сейчас я подкачаюсь, буду сильным, тихо, не уходи, так, новый апгрейд, take me there, за 5 долларов, давайте куплю, у меня осталось буквально 0, так, что у меня есть, я уже стал сильнее, я по идее должен зарабатывать больше, как только я себе что-то апгрейдил, я зарабатываю по идее больше. Так, монетку, нифига себе, я по 20 могу уже лупасить, вот это нормально, вот это я понимаю силище, сила нереального дуба. Кстати, здесь получается я могу ходить по локациям, но сюда могу зайти с 30 тысяч силы, туда могу зайти с 25 силы. О, я туда уже практически могу зайти, у меня уже 5 силы. А, с этого бейкона я ничего не выбил. Так, собираем еще одну силу. Стой, дружище. Не-не-не-не-не, с тобой разговор короткий. Все, зарабатываем еще. Слушайте, я не люблю играть без доната, вы же знаете. Так, апгрейды, пауэрап, питомцы, разблокировать слоты, статы, трейлы, скины. Нифига нету. Подожди, а где здесь донатик? Коины можно задонатить. Здесь можно задонатить даже здесь можно задонатить силу. И можно еще и головы бейконов задонатить. А, я понял. Так, а где здесь меню доната? Что можно еще посмотреть? Здесь можно продавать апгрейды. Так, давайте, заходим в магазин. Геймпассы, ребята, двойная сила. 75 робоксов. Покупаем. Мне это нравится. Двойные голосы. Головы. 175 робоксов. Покупаем. Так, двойные коины. 125 робоксов. Покупаем. Випочка. 325. Я не знаю, зачем я это покупаю, но я куплю, ребят. Я сейчас хочу все купить. Так, больше слотов для питомцев. Давайте нажимаем все это дело. Готово. Ну, мы с вами, по идее, за... Ух, нифига себе здесь, смотрите, питомцы. За 500 тысяч до минус нуб хэд. Так, что я сейчас делаю? По идее, я стал бить немного сильнее, потому что, ну, я как бы купил себе все эти штуки. Ну, я бью также по 20, но зарабатываю больше. Так, подожди. Вес на 20, подожди. Increase your damage. Покупаю. Так, стоп. Давайте купим себе немножко силы. Я могу купить себе, допустим, силу. 1500 силы за 125 робоксов. Так, купил себе силу. И купим себе коины. Что про... Нифига себе! Вы посмотрите, каким я огромным стал. Вот это нормально. Посмотрите, какой качок. Просто красавчик. Вот это мышца. Ну, подожди. Офигеть его... О, подожди, я могу еще что-то купить? Я могу себе коинов купить. Так, смотрите, за 250 робоксов... Сколько? За 750 робоксов могу купить себе 500 000 коинов? А, камон, я не знаю, зачем это сделал, но я себе купил. Так, где мои апгрейды? Где мои апгрейды? Так, поехали. Я себе покупаю вот эту штуку за 80 долларов, за 125, за еще что-то. Power Ups, подожди. Нифига себе, Explodes Noob, Poison Noob, Confusion, Flaming Noob. Подожди, за 100 тысяч Spike Attack? А за 100 тысяч я себе взял самую дорогую. Так, здесь еще питомцы, блин. Смотрите, я уже не куплю. Я могу купить себе золотого нуба за 100 тысяч. Я могу купить себе вот этого нуба и ангельского нуба. И еще какого-то. Я не знаю, что я закупил, подождите. Питомцы, инвентарь, подожди. Инвентарь, питомцы. Я могу его как-то... Стой. А, вот, я его сюда... Вот, я одел сюда. Как его сюда перенести? А, все, подожди. Я не понимаю. Во, этого мы должны вот сюда. Этого мы должны вот сюда. И этого мы сюда. Так, смотрите, у меня 5 питомцев. А где они все?
Смотрите, какие они прикольные. Камон, слушайте, так, апгрейды, пауэрап, я себе взял самую крутую, дальше пошли апгрейдживать. У меня еще осталось 169 тысяч, сейчас мы станем нереально крутым. Так, давайте покупаем себе вес, вот этот, 720, 800, 980 и 1100, все? А больше ничего не могу купить? Стоп, подожди, я что, все купил уже? А вот еще, а вот оно продолжается, то есть оно обновляется... Я понял, как оно обновляется. Так, смотрите, давайте мы себе... То есть я покупаю себе какие-то банки, бутылочки. 3000, 3600, 3600, еще 4200. Боже, мне кажется, я буду... А нельзя сразу все купить? Так, подожди, еще раз обновилось. А нельзя сразу все купить? Что-то как-то это долговастенько все это покупать. А сколько у меня сейчас силы? 1500. Если я сейчас убью одного нубика, сколько у меня станет после этого силы? Так, давай, давай. 9000, 9600, 10... Сколько у меня осталось денег? А, все, у меня деньги заканчиваются. У меня остается 2600 коинов, по идее, все. Ух, смотри, какой я гигантский. Просто с одного удара. А я могу с кем-то посражаться? У меня есть 1500 силы. Так, а здесь какая-то сейф-зона. Так, здесь у нас мячик. То есть можно, смотри, футболец поиграть. А можно и футболец поиграть. Так, счет 24-22. Ладно, мне неинтересно этот футбол. Здесь можно погонять. King of Hill, stay... А, можно, это король горы, то есть, если я сюда залезу, то здесь можно получать какие-то бонусы. Так, я стою по 10, и все, больше не получаю. Rob the game, the king of... Я король горы, конечно же, я король горы, камон, как же может иначе? Ладно, нужно пойти в другую локацию, здесь уже неинтересно, нужно сходить в другую. Слушайте, я уже прокачался, у меня есть 1500 силы, я готов сражаться с другими. Подожди, join the product, special rewards, fight other... Здесь можно посражаться с другими игроками. Ладно, мне не интересны другие игроки. Вот, смотрите, за 25 сил я могу пройти вон туда. Кстати, а что вообще дают мои питомцы? Что они дают мне? Я не понимаю, что они дают. Да, дабл коины. А это дает мультиплеер стрэндж. Это дает мультихед дропс. И еще какие-то... Ладно, пофигу. Открываем локацию за 25. Здесь уже посильнее у нас получаются нубики. Ну-ка, давай проверим. О, ну я, в принципе, тоже с одного удара. Так, я просто пробежал мимо. Смотри, просто пробегаю. Просто пробегаю и вырубаю. Кстати, здесь бейконы уже серьезные. Смотри, какие, по 300 хп. Но для меня они все равно слабенькие. Просто изи размотал. Так, здесь нужно 200 силы. Пробегаем, дорогие, пробегаем дальше. Где Bigger Noob Island? Так. Где этот Bigger Noob? А, вот эти вот Bigger Noob. Сколько у тебя? 500 хп. Да, божечки мой. С одной тыки чисто. Раз и вырубил. А что здесь такое? Здесь... Ух, нифига себе. Ого. Ого-го-го-гошеньки. Так, 17 тысяч. А куда я лечу? А, здесь просто джампер. Я понял. Мне кажется, у меня такое ощущение, что я не долечу. Слушайте. О. Фух. Я долетел. Давай, получи бейкон. Ну, по 20 силы, мол... Во, здесь еще локация есть. А, подожди, я сюда могу пройти. Я могу сюда пройти за 1000 силы. Так, здесь какой-то вулкано... База вулкана, подожди, могу я сюда перелезть? Нет, я сегодня не могу перелезть. Мы вышли на пляж какой-то, слушайте. А где бейконы? Алло, ребят, где... Ух, нифига себе! Он уже практически как я. Я его с двух ударов убиваю. Я получаю с него по 20 сил или по 20 монет. Погоди, сколько я получаю? Я получаю 20 сил и 80 монет. Неплохо, неплохо. Но слушайте, здесь уже мощные такие бейконы. Но все равно я с ними легко справляюсь. 1698, 1700. Сколько нужно бейконов в залупасе, чтобы пойти в следующую локацию? Блин, я капец огромный. Ну, слушайте, я вообще жесткий мускулистый качок. Подожди, я могу купить себе еще силы? А еще 125 робоксов, я могу себе докупить силу. Ладно, давайте мы пройдем без доната до конца. А мне нужно узнать, где... Куда убегаешь ты, дружище? Ты че? Куда рванул? Так, как мне пройти следующую локацию? Где проход, кстати? Я не понимаю. А, я остров по кругу оббежал. Блин, я думал, что здесь где-то вход есть. А вот, кстати, и вход. Или подожди, или я неправильно пришел. Или я вернулся в одно место, где начинал. Стой, погоди. А, вот, да, все правильно. То есть я по кругу сбегал, теперь я вернулся. Нужно 2000 силы. Блин, бейконы, мне нужно 2000 силы. Давайте я быстренько затарю, допустим. Еще 125 робоксов потратим. Ничего страшного, мы купим себе немножко силы. 3300, ну, я подрасту. Ух, нифига себе, я мощный стал. Питомцы за мной. Так, здесь бейкон на 1100. Ох ты, танцующий, слышишь? Нифига себе, они такие жесткие качки.
А ну-ка иди сюда, а ну-ка иди сюда. На раз-два справился. 1100 хп. Три удара мне приходится нанести им. Я получаю сколько? Так, так, так. По 100 силы. По 100 силы получаю. Слышь, танцующих. Им вообще пофигу. То есть они уже меня не боятся. То есть те от меня убегали, эти уже меня не боятся. Ничего, ничего, ничего. Сейчас мы с тобой поговорим. Слушайте, я поднимаюсь куда-то высоко, высоко, высоко. Только зачем я поднимаюсь? Мне интересно. Так, я сильнее, чем они? А здесь сила, кстати, не показывается, но судя по росту, я по идее, ну, я ли примерно такой же, или не может немножко выше. Подожди, они так быстро респаунятся, то есть можно стоять на одном месте? Нет, все-таки лучше побежать. Лучше все-таки побежать, ну-ка давай, Бейкон, посражаемся с тобой. Погоди, это что такое? Я куда-то... куда я попал? Это маленький Бейкон? Маленький злобный Бейкон с пушкой? Так, мне нужно с ним сражаться. Так, давай, давай, Робзи Нубик против Бейкона с пушкой. Ну, я думаю, я сейчас легко с ним справлюсь. Давай, давай, давай. Ты где? Так, я готов. Я готов. 9400 хп. Хоп, 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 начинаем. Выносим, выносим. Он вообще ФКшит. Ух, нифига себе. Тихо, 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 тихо. Все? Все, это было так просто. Так, он погиб. Сделал выстрел вверх и... сейчас что-то обрушится. О, его еще и глыбы привалило. Слушайте, это прям история про какого-то Бейкона. Бейкон против нуба. Так, а что происходит? Здесь какие-то камеры. А, вот этот огромный, огромный Бейкон. Вот он. Разозлился. То есть я, получается, его приспешника вынес. То есть мне нужно продолжать идти дальше. А куда мне идти дальше? Где продолжение? Так, вулкан... но я вернулся как бы обратно. А зачем? А, посмотри, летающие... вон острова какие-то летающие. Подожди, а сколько нужно денег, чтобы туда попасть? Во-во-во-во-во-во-во-во. Да-да-да-да-да, мы здесь были. Мы здесь как раз-таки были. Так, так-так-так-так-так-так-так. Долетел? Долетел. Здесь сейчас не долечу. Сколько нужно силы, чтобы туда попасть? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, летающий нубик. Сколько там? 650 всего лишь? Так, слушай, это изи. Я думал, это больше намного. 650 силы? Серьезно? Так, я уже здесь. Так, куда мы попали? Sky Valley. Так, мы попали на какой-то воздушный остров. Так, я вижу нубчика. Я вижу нубчика. Капец, у меня руками сам машет. Но здесь нубы слабенькие, по 700 хпшечек. Два удара и все, вылетели. Так, куда мне дальше? Мне это интересно. А, вот, 3500 силы. Все, 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 все. У меня как раз-таки 3800. Мне, значит, туда. Это уже больше, чем там, где мы были в прошлый раз. Так, давай. Смотрите, здесь можно так пройти. А я могу ли я вот так? Я могу вот так пройти. Итак, получается, локация за 3500 силы мы зашли. Здесь у нас вот такие огромные мускул Бейконы по 1300 силы. Мы их убиваем, в принципе, с трех ударов. Это неплохо. Это вообще-то исполняет танец орла. Ну-ка, получи. Получаем по 160 монет и по 28 силы. Набираем, неплохо, неплохо фармимся. На, получи. Кстати, заметили, у нас уже есть 439 голов этих самых Бейконов. Зачем они нам нужны, я без понятия. Так, ну-ка, получай еще разочек. Хорош. Нифига себе, вы это видели? 7500 силы нужно, чтобы попасть в другую локацию. То есть мне еще примерно 3000 нужно фармить, а я получаю с каждого Бейкона всего лишь по 28. Я, кстати, только что получил 28 голов. Слушайте, мне нужно еще больше голов. Для чего нужны, я не знаю. Я хочу проверить. Подожди, чтобы мне сейчас попасть в ту локацию, нужно задонатить примерно 250 робуксов. Не сильно-то и хочется, но знаете, что я хочу больше всего проверить? Я хочу проверить, для чего нужны вот эти головы Бейкона, которых у меня уже 495 штук. Для чего мы их собираем, я без понятия. У меня есть одно предположение. Мы когда с вами были, там был... это что такое? А, я стал еще больше! Я только что подрос! У меня стало 5000 силы, я стал еще больше, но зарабатываю примерно так же. Я убиваю с одного или... да, я так убиваю точно так же, с трех ударов я убиваю, но почему-то головы Бейконов мне не падают больше. Я хочу 500 насобирать и проверить черный маркет. Помните, мы были в начале... и видели сами там черный маркет, но не смогли зайти, потому что нужно было 1500 силы. Без них, получается, нас туда не пустило. Так, смотрите, мы с вами идем в этот магазин. Смотри, здесь за головы Бейконов можно покупать скины, трейлы, питомцы.
и покупать головы за робоксы. 100 тысяч голов стоит 5 тысяч робоксов. Слушайте, а если я куплю скин Халка, я реально стану Халком, что ли? Подожди. А, инвентарь, скины, Golden Noob? Нифига себе! Вы посмотрите на меня, я стал золотым нубом. Подожди, как мне отключить вот эту вот... Как мне отключить настройки? Подожди. Бэк, сеттинг, автоатаку. Как мне отключить автоатаку? Я задолбался махать этими руками. Вы посмотрите, я золотой бейкон. Красиво, красиво. А ну подожди, мне хочется узнать. Если я возьму... Я реально стал Халком. Камон, я стал Халком, ребят. Вот это махина, вот это мощно. Так, друзья, на этом я заканчиваю серию. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если хотите продолжения. Набирайте как можно больше лукасов. На этом все, с вами был как всегда Робзи. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и покедова.